Добрый день, уважаемые зрители, гости, подписчики моего канала. Сегодня у нас очередной урок вязания. Я связала резиночку. Резиночка у меня 2 на 2, 15 сантиметров. Связала пяточку. Пяточка у меня высота 5 сантиметров. Вязала я ее на 3 спицах. На каждой спице у меня по 12 петель. Добавляла ниточку ирис для прочности пятки. Теперь я вам буду показывать, как я формирую пяточку. Первую петлю мы снимаем. Вторая петля у меня лицевая. Третья петля лицевая. Четвертая петля лицевая. Шестая лицевая. Седьмая лицевая. Восьмая. Девятая. 10-11 петелечек. Теперь мы убираем одну спицу и будем провязывать 2 петелечки вместе. Вот на этой спице у меня одна петелечка. Я ее перевожу на вторую петелечку. И 2 петелечки я соединяю в одну. Это у меня начинает формироваться пяточка. Вторая петля изнаночная, третья петля изнаночная. Четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатая. Мы дошли до 12 петли. 12 петлю мы переносим на следующую спицу и провязываем 2 петелечки в одну. Провязали 2 петелечки в одну. Теперь мы с этой спицы скидываем на эту спицу одну петельку и переворачиваем вязание. Перевернули вязание, провязываем 2 петельки в одну. Вот у нас начинает формироваться пятка. Теперь идет вторая петелька, третья петелька, четвертая петелька, пятая петелька, шестая, седьмая, восьмая. 9, 10, 11. Мы дошли до 11. Теперь 12 и 13 петелька связываются в одну. Соединили 2 петли в одну, перекинули одну спицу на другую спицу, перевернули вязание на изнаночную сторону. Перевернулся на изнаночную сторону. Здесь мы соединяем 2 петелечки в одну. И дальше мы пошли лицевая, вторая лицевая, третья лицевая, четвертая лицевая, пятая лицевая, шестая лицевая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, одиннадцатую и двенадцатую мы соединяем вместе. Соединили вместе 2 петелечки. Теперь с этой спицы мы скидываем одну петельку на другую спицу и переворачиваем наше вязание. Перевернули наше вязание, провязываем 2 петельки в одну, потом идет у нас лицевая, вторая лицевая, третья лицевая, четвертая лицевая, пятая лицевая, шестая лицевая, седьмая лицевая, восьмая лицевая. 9, 10 петелька, 11, 12 мы соединяем вместе. 2 петли в одну. Перекинули петельку на вторую спицу. Теперь мы провязали 2 петельки в одну. И пошло у нас дальше вязание. Первая лицевая, вторая лицевая, третья лицевая, четвертая. Пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая. 11, 12 мы соединяем вместе 2 петельки в одну. И с этой спицы мы перекидываем одну петельку. Вот видите, у нас уже начала формироваться пяточка.
И так мы будем продолжать до конца, пока у нас на вот эти вот пятенечки не закончатся. И у нас получится красивая, аккуратная пяточка. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорой встречи в новом видео.